Приветствую вас. Давайте попробуем с вами разобраться в той ситуации, которую вы описали. Мой мужчина, с которым я встречаюсь недолго, и отношения нестабильны, нет брака, вот, иногда поражает меня своей оценкой себя и раздутых сомнений. То есть фраза «я бог», «я король», например, и так далее. Ну, во-первых, здесь нужно сразу сказать о том, что вы встречаетесь недолго, еще. И совершенно очевидно, что вот этот вот, недолгий период вашего встречания, он подразумевает под собой тот факт, что вы друг друга узнаете. И как бы критиковать его у вас, как я понял, нету какого-либо морального права, да. Критиковать его вы не можете, ну, потому что недолго с ним встречаетесь. Вот. Остается только смотреть на него и либо принимать его позицию такой, вот, какая она есть, либо, соответственно, не принимать его позицию и просто-напросто не быть с ним в отношениях. То есть он мужчина. Это сформировавшаяся личность, которая была до вас и будет после вас, если вы расстанетесь. И вам, этого человека, скорее всего, не переделать. По крайней мере, только вот это можно сделать при условии, что он вами дорожит, что он к вам прислушивается, что он боится вас потерять. Вот если страха вас потерять нет, то, соответственно, и вы не сможете никак на него воздействовать. При всем желании вы не сможете никак на него воздействовать. И вам останется только лишь принимать человека, ну или не принимать. Другой вопрос. Как сделать так, чтобы он, мужчина, ну, например, боялся вас потерять?
как сделать так, чтобы он, мужчина, действительно дорожил вами. И тогда иметь возможность как-то вот на него влиять, да, иметь возможность что-то там делать с ним, как-то направлять его. Во-первых, первое, что нужно, это чтобы мужчина видел, знал, что вы никому не позволите себя обидеть. Что вы никому никогда не разрешите действовать себе в ущерб. Себе во вред. Я думаю, что это ключевой такой момент, который обязательно учитывать вам. Дальше. Мужчине нужно знать о вас, что вы не побоитесь с ним расстаться, если вас что-то не устраивает. Мужчина вместе с этим должен понимать, что вы позволяете ему чувствовать себя более мужчиной, чем без вас. Для этого нужно понять, какую женщину он хочет видеть рядом с собой, какая женщина ему нужна, и какую модель женского поведения он любит. И стараться ему это дать. С другой стороны, вы говорите ему, Если ты король, то я королева. Правильно? И если ты хочешь быть со мной, то тебе нужно что-то делать. И все. Ты делай что угодно. Делай что угодно. Но предоставь мне то, что мне нужно. Там, например, деньги, например, там какие-то подарки и так далее, и так далее, и так далее. И все. А правду говорить не надо, она у каждого своя. Если вы видите, что мужчина свою гордость ставит выше всего, то понятно, что такой человек вам не подходит. И отношения лучше закончить сейчас, чем потом вы будете мучиться. С другой стороны, у меня есть ощущение, что вы не уверены в себе. Потому что вы не знаете, как себя вести с тем, кто вам вроде как нравится. Вот у меня к вам вопрос. Если вы не знаете, как себя вести, если вы не уверены в себе, то каковы ваши ценности? Каковы ваши взгляды? Каковы ваши убеждения, предпочтения? Знаете ли вы, чего хотите? И от того ли человека вы хотите это получить?
На мой взгляд, нет. Но решать это вам на самом деле. Решать это вам и только вам. Я надеюсь только, что вы подумайте об этом. Вы не должны поддерживать мужчину и говорить: да, ты молодец, ты король, ты не должен это делать. Вы действительно этого делать не должны. Вам нужно делать то, что вам нравится. А пока получается, что вы с этим мужчиной себе во вред, себе в ущерб. Почему? Ради чего? Для чего? Непонятно. Вот и подумайте об этом. Вы хотите переделать человека, вы хотите донести правду, которая ему не нужна. Потому что ему комфортно. Но вам можно указывать ему на ошибки через индикатор своего собственного состояния. Он что-то не сделал. Хорошо. Это его право. Но вы страдать не должны. Поэтому и говорить нужно только о том, что причиняет вред вам. Говорить ему нужно не о том, что он делает что-то не так, а о том, что плохо от этого вам. Ну или просто плохо. Например, вот он уволился с работы, да? И вы вынуждены сидеть дома. Допустим. Ну, потому что никуда не ходите и так далее. Если вы никуда не ходите, то, наверное, логично, что мужчина, он как бы понимает, что если вы никуда не ходите, то это только потому, что у него нет денег. И либо он говорит вам, что это вы виноваты, что, ну, как бы, что вот вам надо работать, да, что вам нужно зарабатывать средства для того, чтобы ходить что-то его содержать. Либо он будет искать работу и уже будет вести себя более сдержанно. Вот по этому отношению вы и смотрите, насколько человек ориентирован на вас. Если он ориентирован не на вас, а на себя, это его право. Но и ваше право поступать так, как вы хотите. И ваше право ориентироваться тогда не на него, а на себя. И вы совершенно не должны поддерживать человека в том, что вы считаете неправильным. Это что называется идти против себя. А идти против себя значит предать себя. Предать себя значит потерять. Потерять значит раствориться. Раствориться значит впасть в зависимость от другого. А это означает страдать. И если вы страдать не хотите, то лучше до этого не доводить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!